Значит, мы заселили сюда микроводоросль хлорелла. Она питается микроводорослями сине-зелеными. Колония, когда вырастет, она начнет питаться уже илом, который находится на дне водоема. Плюс насыщаться водоем кислородом. Соответственно, повышается, уходит вот этот запах, который как бы затхлый. И вода становится гораздо чище. Я думаю, что мы весной сюда еще летом вернемся, устроим второй этап заселения новых жильцов и увидим сразу очень хорошие экологические изменения.